Знервованість. Перелік. Стрес. Знову спізнилась. Щось серце погано. Тримай Корвалмент. Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Во-первых, я хотел бы видеть тех, кто является инициатором данной акции, поскольку это публичная, незаконная акция. Вас толкают сейчас на незаконные действия. Почему? Почему? Законная акция на Конституции, мы имеем право на переселение. Жители Суджи вспомнили, что у них есть Конституция. А когда на пеньках помогали Многомаху ее переписывать, никто не возмущался. В Курске взбунтовались беженцы из Суджанского района, брошенные на произвол судьбы. Они потребовали помощи от властей, но вместо этого чиновник, который вышел к ним, стал хамить и обвинять их в организации незаконной акции. Власти не нарушают Конституцию, скажите мне. Власти не нарушают Конституцию. Мы не нарушаем, мы просто собрались. Почему незаконное? Мы живем сейчас с вами в режиме ПТО. Но, к сожалению, это не от власти зависит. От чего? От того, что границу просрали, а теперь я спрашиваю. От нас спрашивают. Тише, подождите. Тихо. Подождите, товарищи, дайте выслушать. Орать, то, что закончится прямо сейчас. Еще раз говорю. То, что власть... Тише. Никого из врагов не толкало на границу. Это во-первых. Это война. И в этой войне... Где война? Объявите войну! Объявите войну! Где война? Почему охраняли границу? Я сейчас говорю с вами, мы с вами умеем войну. Давайте перейдем вот к этому. Соответственно, то, что происходит... Это не управляется властью о том, что пошел или не пошел. Был прорыв. К сожалению, был прорыв. Погибли люди. Войска, которые там стояли, они погибли. А как мне войска там стоят? Срочники! Покажите мне тех людей, кто вас здесь собирал. Сами. Мы сами! Нет! Я собрал! Вы старше! Я молод! Вы ответственны за это все! За что? Ничего себе, будет фамилия. Смотрите, вы сказали, да, виновный, кто там остались. Если они остались, то есть вы считаете, ваше мнение, что виновны все, кто в окопах зашли украинские войска. Почему никто не объявился в Украине? Почему до сих пор сейчас там находятся люди? Так и хочется спросить, зачем? Зачем все это? Ради чего? В Госдуме обвинили военных в провале обороны Курской области. Российские военные заранее не подготовились к атаке вооруженных сил Украины на Курскую область и не выстроили должным образом оборону, заявил депутат Госдумы, член комитета Нижней палаты по обороне, алкодегенерал Андрей Гурулев. Кто это планировал? Кто об этом думал? Это серьезно. На сегодняшний день невозможно планировать столь серьезные операции без нашего ведома. Я не верю, что не знали о сосредоточении вражеских войск, написал Гурулев в телеграм-канале. Он также раскритиковал систему обороны Курской области. По его словам, он был в регионе до вторжения украинских сил и видел, как оборудуются минные поля. Однако без огневого прикрытия они бесполезны, подчеркнул Гурулев. Кроме того, как отметил депутат, состав группировки прикрытия госграницы не имел своих средств разведки и в последнюю очередь обеспечивался всем необходимым. Гурулев призвал задуматься о происходящем.
У нас никто не любит правды в докладах. У нас все хотят слышать, что все хорошо», заключил депутат на 900-й день взятия Киева за 3 дня. Орган управления Зеленский, там Подоляк, Сырский, ну и так далее и тому подобное. Надо четко понимать, что они на этой земле находиться не должны. Это ничего не мешает сделать. Второе, пункт управления. Первое, повседневно пункт управления. Это офис президента в Киеве, это здание правительства, которое должно быть в Туху. Это будет вполне легитимная цель. Второе, защищенный пункт управления. Если они залезли в бункер, у нас есть чем бить по бункерам. Он не должен оттуда вообще взлететь больше. У нас есть все для того, чтобы оттуда не взлетело. Не должно быть ни телевидения, ни связи, вообще, в принципе, ничего. Вот реально сейчас Работина идеальное, просто идеальное место для применения тактического ядерного оружия. Идеально. Они там все в кучу собрались. Идеальное просто. И на этом наступательная группировка накрылась медным тазом. Кропов надо вообще убивать всех. Вот. Вот такая позиция. Они молодцы. Я отдаю им должное, они достаточно эффективно наладили систему свою сами. Я отдаю им должное, поэтому я считаю, что их поэтому всех надо убить. Дальше. Вообще идеальная ситуация, потому что в этой ситуации полное отсутствие резервов противника. И даже теми силами, которые есть, мы вполне в состоянии пройти вперед и очень неплохо, освободив и Запорожскую, а может быть даже Днепропетровскую область, и создать полную угрозу той группировке, которая воюет на Донецке, окружение и разгром. Дело не в нашем политическом режиме, ни в чем-то другом. Просто им не нужна такая большая, самостоятельная страна, как Россия. Мы, в конце концов, великая держава. Наш народ, он великий народ. Просто великий народ. Такого народа больше нет. Мы великая, великая. Мы великая страна. Русская культура самая глубокая в мире. Я великий умывальник, знаменитый Майдадыр. В этом великая освободительная миссия нашего народа. Разведчики вооруженных сил России уничтожили переданный Украине танк «Леопард» с полностью немецким экипажем, состоящим из военнослужащих вооруженных сил Германии. Вас заливает. Сообщил РИА Новости командир разведгруппы, действующей на запорожском направлении с позывным «Легенда». Когда мы остановили их очередной мясной штурм и заптурили «Леопард», мы выдвинулись к сожженной технике в надежде взять языка. И обнаружили, что механик-водитель танка был тяжело ранен, а остальные погибли. Механик, когда очнулся и увидел нас, начал кричать «Nicht schießen», что в переводе означает «не стреляйте». «Легенда» подчеркнул, что он сам хорошо знает немецкий. Keine переговорчен с нацистом Scholz. Keine, nein. Тебе по-немецки понятно? Мехвод подбитого танка несколько раз сказал, что он не наемник, а военнослужащий Бундесвера. И весь экипаж из одной роты. Разведчик уточнил, что пока немецкому военнослужащему оказывали первую помощь, тот назвал свою бригаду и место ее дислокации. Как добавил командир, когда он допрашивал бойца Бундесвера, доктор их разведгруппы сказал, что механик потерял много крови и у него тяжелое ранение. Выжить шансов у него нет. Он сказал, что очень любит своего ребенка и жену и жалеет, что согласился сюда поехать. Мы начали его готовить к эвакуации, но он отключился и через пару минут задвухсотился. Я немного удивился, конечно, но потом даже порадовался, что неважно, какой экипаж сидит в «Леопард». Украинские боевики или немецкие военнослужащие, итог будет один. Немецкие танки будут гореть. И американские танки также будут гореть. Это полный чушь, бред. Из особо важных берутся те, которые моментально влияют на жизнеспособность всего государства. Вот как сегодня хлестанули по энергетике. И сегодня говорят, там нет воды, нет тепла, все туфта. Промышленность стала, вот самое главное. Все стоит. Второй момент, который будет, мне говорят, надо бомбить мосты. Говорю, ребята, вы понимаете, что бомбить мосты, на один мост надо грубо там 10 ракет, ну из расчета. А если ударить центр управления железными дорогами, то нужна одна ракета. Вот сейчас работаем по всей энергосистеме. До конца добьем. Дальше же есть не только логистика. К примеру, банковская инфраструктура. Сейчас разбомбить центр банковских операций. Все стало. То есть ничего никуда не переведешь, карты не работают, полушку не платят. Украина, как истинное террористическое государство, она обязательно постарается сделать какую-нибудь гадость. Трамп провел телефонный разговор с Путиным и обсудил войну, включая краткое обсуждение территориальных вопросов, пишет The Washington Post.
посоветовав воздержаться от эскалации, Трамп отметил значительное военное присутствие США в Европе. Они обсудили цель установления мира на континенте, и Трамп выразил заинтересованность в последующих беседах, чтобы обсудить скорое разрешение войны в Украине и России. По словам источников, по словам людей, знакомых с ситуацией, Трамп в частном порядке дал понять, что поддержал бы сделку, при которой Россия сохранила бы за собой часть завоеванной территории. При этом Украина получила бы гарантии безопасности и необходимое для самообороны вооружение. Украина была проинформирована о звонке и не возражала против этого разговора, сказали два человека, знакомых с вопросом. Украинские чиновники давно поняли, что Трамп будет взаимодействовать с Путиным по дипломатическому разрешению российско-украинской войны. Звонки Трампа с мировыми лидерами не проводятся при поддержке Госдепартамента и американских правительственных переводчиков. Трамп и его помощники с недоверием относятся к карьерным правительственным чиновникам после утечки стенограмм президентских разговоров во время его первого срока. Если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружений. Все закончится в течение там, нескольких недель. Вот и все. И тогда можно договариваться о каких-то условиях перед тем, как вы это сделаете, прекратить. Чего проще-то? Чего мне ему звонить? О чем говорить-то? Make America great again. Победа Трампа для Украины в стратегическом смысле ничего не изменится. Ничего нового. Логика управляемой эскалации и локализации войны является общей как для республиканцев, так и для демократов, как и тренд на сокращение внешней помощи. Трамп вообще об этом говорил много и уверенно, и особенно его вице-президент Джей Ди Венс. I don't really care what happens to Ukraine. Germans and other countries have to fund some Ukrainian reconstruction. При Трампе способ сохранения этой логики будет более эксцентричным и резким. При Харрис эта история бы затянулась и была бы более сложной. Но пересекать красные линии американцы в любом случае не стали бы, потому что они не сумасшедшие и очень точно понимают свои интересы. Вопрос только в методах их достижения. Да какая нам разница, слушайте? Нашей ошибкой является ставка на выборы в США как некий геймчейнджер, которого на самом деле нет. Стратегические приоритеты США лежат не в ядерной войне с Россией и не в развале России на много государств, а на сдерживание и ослабление РФ через управляемый конфликт с надеждой на нормализацию отношений в долгосрочной перспективе в противовес Китаю. Мы не можем позволить себе распад Российской Федерации. В данном случае Китай полностью бы контролировал Монголию, Казахстан и Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, потому что все эти страны зависят от российской силы. Российской силы, чтобы уравновесить китайскую мощь. Российской силы, чтобы уравновесить китайскую силу. Если Россия развалится, Монголия станет китайской провинцией. Монголия — большая страна, полная ресурсов. Казахстан не сможет быть независимым, если там не будет России. Кыргыз, таджик, узбек не могут быть независимыми. Поэтому мне нужно, чтобы Российская Федерация была здоровой. Чтобы она была функционирующей, здоровой, чтобы она уравновесила Китай. В этой рамке нет той победы, которую мы видим как идеальный сценарий завершения войны. Как и администрация Байдена в него не верила, так и потенциальная администрация Трампа в него тем более не будет верить. Цель как можно сильнее ослабить Россию. Это хорошо показал последний визит президента Зеленского в США. Соответственно, если мы хотим активной роли США в завершении войны, нам надо либо каким-то образом убедить Трампа сделать все, что мы хотим, и радикально изменить его восприятие ситуации, либо представить другой план, подогнав его под его интересы и видение конфликта. Но это уже будет не наша формула победы, а какой-то другой компромиссный вариант.
Другого плана у меня нет. Поэтому выдыхайте и не посыпайте голову пеплом. Точно будет весело. Это ж Трамп. Но, на мой взгляд, разворота на 180 градусов у Вашингтона не будет. А вера в фиолетовые лучи и магические способы быстрого и выгодного завершения войны только усилит разочарованность и поляризацию в обществе. Неоднократно говорил, что Россия не только готова к переговорам, но на известном этапе, в самом начале этого конфликта, вела эти переговоры. И даже был выработан взаимоприемлемый договор. Внешняя политика России миролюбивая, без всякого преувеличения. Если посмотреть на политическую карту мира и увидеть, что из себя представляет Россия, становится очевидным, что нам не нужно ни чужие территории, ни чужие природные богатства какие-то. У нас всего достаточно. Мы самодостаточная страна. У нас нет необходимости с кем-то воевать и конфликтовать. Радио «Свобода» публикует фрагмент проекта «Мирного договора» от 7 марта 2022 года, предложенного России Украине, который назывался «Договор про урегулирование ситуации в Украине и нейтралитет Украины». Да, это уже не сенсация. Проекты договоров, а по факту российских ультиматумов Украине, уже публиковались ранее, и мы их разбирали. Но здесь есть важный хронологический нюанс, о котором ниже после краткого перечисления матчасти. Проект договора от 7 марта 2022 года, опубликованный Радио Свобода, предусматривал следующие ограничения для Украины. Первое. Численность ВСУ до 50 тысяч человек. Второе. Танки 300 единиц. Третье. Боевые бронированные машины 700 единиц. Четвертое. Артиллерия плюс минометы плюс реактивные системы залпового огня 400 единиц и так далее. Кроме того, от Украины требовалось введение русского языка, снятие всех санкций, амнистия всех военных преступлений, отказ от любой западной помощи, в том числе с производством вооружений, признание Крыма и Донбасса за Россией и так далее. Это стандартные российские требования, от которых она никогда не отказывалась и сейчас продолжает выдвигать. Наша позиция ясна. Никакого вступление в НАТО, нейтральный статус, решение проблем населения русскоязычного и русского. Что такое 50 тысяч человек и 300 танков, мне не нужно вам объяснять. На одном лишь Покровском направлении Россия задействовала 70 тысяч человек. Понятно, что размер армии в 50 тысяч человек – это фактически разоружение Украины. Но в проекте договора от 15 апреля 2022 года, который был опубликован The New York Times в июне и который, как утверждают журналисты, лежал на столе у Путина, требования России уже были чуть поскромнее. Необходимо рассматривать с точки зрения реалий на земле. Первое. Численность ВСУ до 85 тысяч человек. Второе. Танки 342 единицы. Третье. Боевые бронированные машины 1029 единиц. Четвертое. Артиллерия плюс минометы плюс реактивные системы залпового огня 762 единицы и так далее. То есть 15 апреля, уже после того, как Украина выбила российские войска из-под Киева, Чернигова и Сум, 7 марта ВСРФ все еще стояли под Киевом. Требования России несколько снизились, хотя и недостаточно, чтобы Украина в здравом уме могла их принять. Ну, вы знаете, это предмет переговоров. Это предмет переговоров. Это очередное прямое свидетельство тому, что чем слабее Россия, тем меньше ее аппетиты. И наоборот, чем она сильнее, тем больше она будет требовать. Поэтому вне зависимости от того, состоятся ли новые переговоры, перед Западом стоит задача максимально усиливать Украину на поле боя. Ведь от ее силы напрямую зависят выдвигаемые Россией условия. А сейчас, напоминаю, Россия требует полной
полностью отдать Донбасс плюс Херсон плюс Запорожье плюс все вышеперечисленное. Если Запад выберет курс на снижение помощи, то со временем, выбирая между войной и позором, как говорил Черчилль, получит позорную войну у себя на территории. Войска НАТО уже должны быть введены в Украину, так как силы слишком неравны. У нас родились дети. Так ждали Трампа, я прям помню. Угу. Некоторые шампанское. Ага, помогло? Не помогло. Не надо искать друзей там, где их нет, и быть не может по определению. Поэтому... Трамп такой же системный враг, как любой представитель демократа. Ну, Владимир, я не соглашусь. Не системный враг? Трамп не системный враг. Трамп действует в интересах США, так как он их понимает. Это но... и есть характеристика системного врага. Но... Я правильно понимаю, что вы... И снова за Дональда Трампа. У него даже сомнений нет, я уже 10 раз это сказал, несмотря на то, что он там иногда вот это кто-то вот против коммунистов. Вежливо выражаясь. Вот против левых, против коммунистов. Что... Но почему просто я? Просто коротко, буквально, почему чтобы я? Дальше не перебивать. Накануне Дональд Трамп заявил, что именно он тот человек, который уничтожил Северный поток. Именно он, Дональд Трамп, тот человек, который сможет победить Владимира Путина. Именно он, Дональд Трамп, тот человек, который добьется стратегического поражения Российской Федерации. Ну и... историческое его заявление «Смахиваем пыль». Нет. Он тот политик, я который вел больше всего антироссийских санкций. Ну, так, для понимания, и продолжаем больше, его больше любить. Больше-то он не ввел, конечно. У нас сейчас 20 с лишним тысяч санкций, и ввели-то их все в основном. А в смысле, вводить больше нечего? Ну, хорошо. Вы слышите то, что вам хочется услышать? Наверное, не надо лукавить. Важно, что выборы завершились в Америке. Почему это важно? Кто-то во время предвыборной кампании говорил про войну. Кто-то говорил о мире. И о том, что быстро установит мир. А Америка это является той самой страной, которая конфликт вокруг Украины может прекратить очень быстро. Потому что это та самая страна, которая и прямо, и косвенно вовлечена в этот конфликт. Это та самая страна, которая декларирует цель нанести стратегическое поражение нам, россиянам, нашей стране, Российской Федерации. И если кто-то может что-то изменить, тогда это надо приветствовать. Если это слова во время предвыборной гонки, видели такое и ранее. Привычки, мы интересуемся выборами, насколько мне кажется. Я вам как журналист здесь отвечу. Я вообще американист, я работал долго в Америке, поэтому для меня это профессиональный интерес в том числе. И я ничего хорошего не вижу от тех результатов, которые есть. Единственная положительная сторона, что наша страна в наименьшей степени, как мне кажется, за все годы, зависит от того, что произошло сегодня в Соединенных Штатах. Мы пришли к тому суверенитету, к которому шли, и то, что произошло, как мне кажется, большого влияния не окажет. А что касается дальнейших действий Трампа, то мне кажется, что он еще до января предложит нам некий план, некую сделку, которая будет заведомо неприемлемыми условиями, мы ее отвергнем, а дальше будет, разведет в свойственной ему манере руками и предоставит Украине какой-нибудь мощный пакет помощи и снимет те ограничения, которые соблюдал в некоторой степени Джозеф Байден. Но это лишь мои предположения, и я надеюсь, что именно это предположение не сбудется. Спасибо. Но если Крым наш навсегда, то мы должны понять, что санкции тоже навсегда. Правильно, учитывая все вышесказанное? Путин подписал договор о взаимной обороне с Северной Кореей. Сообщается, что договор обязывает каждую из сторон прийти на помощь в случае вооруженного нападения. Теперь россияне будут умирать за интересы северокорейского пельменя, если ему взбредет в голову атаковать Южную Корею. Корейцы в России многими воспринимаются как нечто экзотическое, иноземное. Хотя именно Корео-Сарам, это самоназвание корейцев на большей части постсоветского пространства, относится к этносам с двумя историческими родинами. Как и у поволжских немцев, и у понтийских греков, у корейцев есть страна происхождения, откуда они переселились в Российскую империю. И есть место традиционного компактного проживания уже в пределах Российской империи, а позднее Советского Союза. В случае с корейцами такой второй родиной был Дальний Восток,
куда первые переселенцы из Кореи начали переселяться накануне присоединения этих земель к Российской империи. В 1860 году Россия принудила Китай к заключению Пекинского трактата и забрала у династии Цин всю территорию современного Приморья. Тогда это называлось Уссурийский край. На тот момент там уже жили корейцы. Сначала их было немного, возможно, не более 5000 человек. Но с годами количество корейцев неуклонно росло, во многом благодаря постоянной миграции. Ехали они в Российскую империю не от хорошей жизни. Корея тогда представляла собой почти полностью закрытую для внешнего мира, бедную и отсталую страну, где правили короли-ваны, формально считавшиеся вассалами цинского Китая. Вообще, довольно сложно не провести аналогию с современным КНДР. Я, кстати, недавно записывал ролик про интернет в этой стране, вернее, про его отсутствие, так что посмотрите, кто не посмотрел. Ну, а мы вернемся. Изначально корейцы перебирались на российскую территорию, спасаясь исключительно от голода и малоземелья. Однако, когда в начале 20 века Корея была аннексирована Японией, у жителей полуострова появились и новые причины для эмиграции. Несмотря на некоторую модернизацию местной экономики, японцы проводили политику жесткой дискриминации по национальному и культурному признаку. Любые попытки корейцев защитить свою идентичность и противостоять ассимиляции жестко подавлялись японской армией. Десятки тысяч корейцев были арестованы по политическим причинам. В самом Токио эта политика получила название «политика сабель». Да, ну понятно, прям очень жесткая. В то же время в России корейцы более-менее свободно могли не только заниматься хозяйством, но даже получать образование на родном языке. В результате поток мигрантов в Россию не уменьшался вплоть до революционных событий 1917 года. Хотя даже приход к власти большевиков не остановил переселение корейцев. Если в 1880 году численность корейского населения Уссурийского края составляла 6700 человек, кстати, при том, что русских крестьян в Приморье было в полтора раза больше, то к 1901 году в России проживало уже около 30 тысяч корейцев, а к 1917 году – 90 тысяч. В Приморье они составляли до трети населения, а в некоторых районах до 90% всех жителей были выходцами из Кореи. Занимались корейцы в основном торговлей и сельским хозяйством, достигая в этом деле, благодаря своему исключительному трудолюбию, выдающихся успехов. Еще в 1864 году командированный в одно из первых корейских поселений Уссурийского края штабс-капитан Петр Геммельсон писал, цитата, «При всей бедности новых жителей у них не было видно обыкновенных спутников бедности, грязи и лени». Этот же офицер, оценивая перспективы корейской диаспоры, докладывал начальству, еще одна цитата, «Ознакомившись немного с корейцами, я считаю поселение их в наших пределах делом не только полезным, но существенно важным для будущего этого края, богатого всем, кроме рук. Во всяком же случае, корейцы для нас гораздо выгоднее китайцев, которые могут со временем окитаить край». Закончили цитату. Типичное довольно отношение российских чиновников к местному населению. Не надо удивляться, что он противопоставляет корейцев и китайцев. Забегая немного вперед, скажем, что среди всех народов СССР корейцы занимали первое место по количеству героев социалистического труда на 1000 человек. Этого звания были достойны более 200 представителей Карио-Сарам. И, кстати, вот это самоназвание у российских корейцев тоже появилось в начале 20 века. Карио-Сарам, ну, буквально народ Карио, отсылает к одноименному государству, существовавшему еще во времена монгольских завоеваний, это был, ну, можно так сказать, золотой век корейской государственности. Закрепившись в английском, русском, ну и других языках, слово «Корея» происходит именно от слова «карё». Итак, в начале 20 века корейцы сформировали многочисленную и успешную диаспору на Дальнем Востоке. Часть их приняла православие и перешла в русское подданство, чтобы получить собственную землю, а не просто батрачить. Некоторые изучали русский язык и поступали в российские университеты, хотя большинство корейцев все же жили довольно закрытой общиной и говорили только на языке своей первой исторической родины. У них были свои корейские школы и даже свои органы самоуправления. Однако успехи корейской общины вызывали настороженность у некоторых представителей российской администрации,
которые начали высказываться за ограничение миграции. На фоне постоянной напряженности в отношениях России с Японией и Китаем в корейцах попеременно видели то японских шпионов, то проводников китайских интересов. В 1908 году приамурский генерал-губернатор Павел Унтербергер писал в Санкт-Петербург, цитата, «Нельзя также надеяться на лояльность этого элемента в случае войны с Японией или Китаем. Напротив того, они тогда представят из себя чрезвычайно благоприятную почву для широкой организации врагами шпионства». И надо заметить, ну, отчасти опасения могли быть обоснованы, потому что японские агенты и правда имели обыкновение маскироваться под корейцев, разнорабочих, прислугу и так далее. Впрочем, если в послании приамурского генерал-губернатора и было какое-то рациональное зерно, то оно совершенно потерялось его ксенофобской составляющей. Унтербергер, в частности, обвинял корейцев в том, что они много работают и тем самым способствуют пьянству среди русских крестьян, которые вместо того, чтобы трудиться самим, нанимают батраков из мигрантов. В итоге чиновник даже высказался в пользу пустующего края, но русского, чем возделанного и корейского. И все же в целом российские власти довольно либерально относились к вопросам корейской миграции. Тем более, что в Первой мировой войне Россия и Китай с Японией были союзниками, так что поводов подозревать корейцев нелояльности особо не было. Хотя тех же немцев по Волжье царское правительство решило выселить в Сибирь в начале февраля 1917 года. Николай II одобряет эту депортацию, она должна была начаться весной 1917 года. Но, как понимаете, и царскому правительству, и самому Николаю II уже в конце февраля 1917 года было уже немного не до того. Во время гражданской войны корейцы массово шли в партизаны. Но воевали они в основном не за или против советской власти, а со своими давними врагами, японцами. Те продолжали свою интервенцию на территорию России дольше других иностранных держав. Например, на Северном Сахалине они задержались аж до 1925 года. В какой-то момент корейские партизаны объединились в сахалинский отряд. Правда, он базировался не на Сахалине, а в Приморье. Формально он подчинялся Дальневосточной республике, созданному большевиками такому специальному буферному государству. Планы командиров отряда идти воевать против японцев непосредственно в Корею вызвали недовольство у руководства Советской России, и все закончилось так называемым «Амурским инцидентом» в июне 1921 года. Тогда армия ДВР полностью разгромила сахалинский отряд, при этом было убито до 400 корейцев. В первые годы советской власти большевики пытались отобрать землю у русских крестьян и передать ее батрачившим на них корейцам. Это вызвало серию корейских погромов, но тем не менее до половины корейских хозяйств получили в итоге собственные наделы. Одновременно корейцы начали массово подавать заявления на принятие советского гражданства. Однако уже во второй половине 20-х годов большевистские руководители решили ограничить приток китайцев и корейцев на советскую территорию в пользу миграции из внутренних районов России. В духе высказываний того самого приамурского генерал-губернатора большевики решили, что стихийное заселение Дальнего Востока китайцами и корейцами может представлять серьезную опасность. Особенно в условиях, когда положение на восточной границе в силу натянутых отношений с Китаем и Японией вновь стало взрывоопасным. Собственно, тогда же у советского руководства впервые и родилась идея о депортации всей корейской общины подальше от восточных рубежей. Первые директивы о переселении корейцев из пограничных районов на отдаленные территории Хабаровского края появились уже в августе 1927 года. Политбюро большевистской партии обсуждало вопрос о переселении дальневосточных корейцев и в 1930, и в 1932 году. В итоге на берега Амура, подальше от границы, было переселено около 1500 корейцев, но руководство СССР вынашивало более масштабные планы. Тем более, северные районы Приморья не очень годились для ведения сельского хозяйства, в чем особенно преуспели корейцы. В июле 1937 года Япония, ранее уже оккупировавшая Маньчжурию, вторглась в центральные районы Китая. Весь Дальний Восток оказался втянут в войну, которая продолжится до капитуляции Японии в сентябре 1945 года.
В этих условиях советское руководство принимает постановление, цитата, о выселении корейского населения из пограничных районов Дальневосточного края. В документе, подписанном Сталином, в частности, говорится, опять цитата, в целях пресечения проникновения японского шпионажа в Дальневосточный край провести следующие мероприятия. Первое. Предложить Дальневосточному крайкому ВКПБ, крайисполкому и УНКВД Дальневосточного края выселить все корейское население пограничных районов Дальневосточного края и переселить в Южно-Казахстанскую область в районы Аральского моря и Балхаша и Узбекскую ССР. Второе. К выселению приступить немедленно и закончить 1 января 1938 года. Третье. Подлежащим переселению корейцам разрешить при переселении брать с собой имущество, хозяйственный инвентарь и живность. Четвертое. Возместить переселяемым стоимость оставляемого ими движимого и недвижимого имущества и посевов. Пятое. Не чинить препятствий переселяемым корейцам к выезду при желании за границу, допуская упрощенный порядок перехода границ. Вопреки третьему и четвертому пункту, корейцам давался минимум времени на сборы вещей, а о возмещении стоимости брошенного имущества никто даже не заикался. Вероятно, деньги на компенсацию все же были выделены, но до переселенцев они не дошли. Воровали при Сталине вообще-то ничуть не меньше, чем в остальные советские годы. Но вот тем из корейцев, кто решил вернуться на историческую родину, действительно позволили пересечь границу, однако таких оказалось немного. В итоге более 170 тысяч корейцев в спешном порядке, напомним, что это был первый опыт СССР в депортации народов, погрузили в эшелоны и отправили в Центральную Азию, до которой по железной дороге добираться почти 8 тысяч километров. Часть корейцев оказались в Астраханской и Ростовской областях России, но потом они также были переселены в Центральноазиатские республики. Вместо 4 месяцев, отведенных на депортацию, власти уложились в 45 дней. Вместе с приморскими корейцами были выселены и их соплеменники с Северного Сахалина в количестве более 1000 человек. Южный Сахалин на тот момент был японским. Про живших там корейцев, особенно про их послевоенную судьбу, надо, конечно, рассказывать отдельно. Вообще, судя по архивным документам, депортация осуществлялась в экстренном порядке. Сталин явно торопился. В сентябре он писал руководству Дальневосточного края, цитата, «По всему видно, что выселение корейцев – дело вполне назревшее. Возможно, чтобы несколько опоздали с этим делом. Но, если это верно, тем быстрее надо провести выселение. Предлагаем принять каждому из вас по своей области строгие меры по точному исполнению календарного плана выселения. Людей, саботирующих дело, кто бы они ни были, арестовывать немедля и наказывать примерно». Представляете, Сталинский и Советский Союз? Конечно, наказывали. Не успели первые эшелоны с корейцами уйти на Запад, как за саботаж был арестован исполняющий обязанности председателя Даль край исполкома Михаил Вольский, человек, напрямую отвечавший за подготовку депортации. В следующем году его расстреляют за участие в нелегальном троцкистском центре. Сталин же буквально требовал, еще одна цитата, «Арестуйте не только Вольского, но и десятки Вольских. Передайте Друскису, что над ним будет учинена примерная расправа, если он не проявит должной исполнительности и дисциплинированности». Франца Друскиса, начальника местной железной дороги, скоро действительно арестовали. Но правда, каким-то чудом он избежал расстрела. А позднее, в 1939 году, его дело было закрыто за недоказанностью обвинений. И он был реабилитирован. При этом в Украине он входит в список организаторов Голодомора. Друскис был в то страшный период начальником транспортного отдела чекистов в Украине. От НКВД за депортацию корейцев отвечал Генрих Самойлович Люшков. Коренной одессит, он после участия в гражданской войне занимался шпионажем, фабриковал уголовные дела против мнимых троцкистов, входил в состав пресловутых троек. Словом, образцовая карьера чекиста. Гораздо более занимательно сложилась его судьба уже после депортации корейского населения Дальнего Востока. Почувствовав, что в результате волны чисток в НКВД ему грозит неизбежный арест, Люшков не стал дожидаться, пока за ним придут вчерашние коллеги, и сбежал в Маньчжурию. Во многом благодаря именно Люшкову
пошедшему на полное сотрудничество с японцами, за пределами Советского Союза узнали о большом терроре и методах работы НКВД в целом. Находясь на содержании японцев, Люшков разработал несколько сценариев убийства Сталина. И вообще он был, пожалуй, самым ценным советским перебежчиком того этапа. В 1940 году при приближении советских войск бывший чекист был убит японцами в городе Далянь. Это максимально кратко, конечно, про Люшкова надо рассказывать отдельно и долго. Впрочем, вернемся в 1937 год, когда власти Дальнего Востока, подгоняемые из Москвы окриками Сталина, спешно готовили депортацию. Делалось это так. Корейское село окружали военные чекисты, жителям сообщали о переселении и проводили с ними разъяснительную работу. В чем она заключалась, рассказывал много позднее ташкентский пенсионер Тян Йен Дин. Цитата. «К нам приехала тройка. Представитель НКВД, представитель военного комиссариата и представитель райкома партии. Мы собрались их послушать. Первым выступил представитель райкома. Он сказал, что империалистическая Япония готовится напасть на Советский Союз. Для нашего же блага советское правительство решило переселить нас как можно дальше от границ Японии. Нам было горько это слышать. Мы ненавидели Японию, из-за которой наши родители потеряли свою родину. Протестовать никто не стал. Тройки задавали вопросы только об организационном порядке переселения. Как быстро нужно собраться, чего и сколько можно с собой взять. У тех из корейцев, кто имел советское гражданство, отнимали паспорта, конфисковывали огнестрельное оружие. После этого людей отправляли в пункты погрузки. Именно погрузки, так как для перевозки людей использовались грузовые вагоны. То есть брался обычный товарный вагон для скота и наспех оборудовался нарами и печкой-буржуйкой. Умывальник или туалет в таких вагонах предусмотрено не было, обходились ведрами. И так все 30-40 дней пути. Причем путь в основном пролегал через Сибирь, где уже началась зима. Одна из депортированных, Ким Ай Сун, вспоминала, цитата, «перевозили в вагоне для скота. Было ужасно тесно, душно, темно. Створки двери открывали иногда на безлюдных станциях. Подходили люди с вопросом, есть ли умершие? Принимали снаружи трупы и складировали вдоль пути. Створки закрывали, и эшелон шел дальше на запад. Лишь небольшая часть корейцев открыто протестовала против депортации. Они призывали к прекращению работы, уничтожению скота, посевов и даже к неповиновению. Но все же в основной массе корейцы, как, впрочем, и другие советские граждане, кому довелось пережить депортацию, не проявляли активного противодействия. Тем не менее, чекисты арестовали более 2000 человек, кого-то как японского шпиона, кого-то как саботажника. Часть арестованных расстреляли. По словам главного российского специалиста по Корее Андрея Ланькова, депортации предшествовали репрессии в отношении корейской элиты, которые были беспрецедентными даже для 1937 года. То есть для того времени, когда большой террор уже вступил в силу. В ходе этих чисток были полностью уничтожены сделавшие карьеру послереволюционные годы партийные руководители. Отправлены в тюрьмы и лагеря практически все офицеры-корейцы. Была уничтожена вся корейская секция Коминтерна и большинство корейцев, имевших высшее образование. Точное число погибших при переселении неизвестно. Предположительно, в дороге от холода и голода умерло от нескольких сотен до нескольких тысяч корейцев. Называются цифры в 600 и в 11 тысяч человек. Видите, большой разброс. И здесь возникает главный вопрос. А зачем вообще Сталин пошел на такие человеческие жертвы? Ведь даже если предположить, что он был просто кровавым упырем, наслаждавшимся человеческими страданиями, должно же быть в его решениях, ну, хоть какое-то рациональное зерно. Существует, например, версия о том, что выселение корейцев было дружеским шагом по отношению к Японии, неким хитрым дипломатическим ходом Сталина. Однако этой теории противоречит реакции японского МИДа. Они первыми выразили возмущение депортации. Думается, на самом деле, выселение корейцев преследовало двойную цель. С одной стороны, убрать их с Дальнего Востока как политически неблагонадежный элемент и тем самым обезопасить границу. А с другой – заселить ими обезлюдевшие в результате коллективизации голода центральноазиатские земли. Есть еще один нюанс. В конце 20-х годов Казахстан и Узбекистан планировали развивать у себя рисоводство,
Однако в пределах этих республик было тяжело найти соответствующих специалистов. Местные руководители попросили прислать к ним корейских добровольцев. Однако ехать в Центральную Азию вызвалось всего 200 человек. С помощью депортации власти решили и этот вопрос. При этом, конечно, нанеся громадный урон хозяйству Дальнего Востока, которое одномоментно лишилось десятков тысяч лучших работников. Ну, это одна из версий. Вообще, размышляя над мотивами Сталина, надо четко уяснить одно. Корейцев депортировали буквально ни за что. Сами власти открыто признавали, что переселение было не репрессивной, а превентивной мерой. А единственным крупным делом о шпионаже, которое было связано с корейской диаспорой, стал побег к японцам уже упоминавшегося Люшкова. Что касается Центральной Азии, то корейцы жили там в небольшом количестве до депортации. По переписи 1926 года 42 человека корейской национальности жило в Казахской АССР, 36 человек в Узбекской, а 9 человек в Киргизской АССР. Теперь же в Казахстане оказалось почти 100 тысяч человек, а в Узбекистане более 70 тысяч корейцев. Разумеется, центральноазиатские республики оказались не готовы принять такое количество переселенцев. Людей часто размещали буквально посреди голой степи, в землянках или сараях. В результате смертность среди переселенцев, особенно среди детей, в первую зиму на новом месте была крайне высокой. По некоторым данным, в первый год умер каждый третий младенец. А в целом смертность среди корейского населения была вдвое выше, чем в среднем по Казахстану и Узбекистану. Снова процитируем Ким Ай Сун. Разместили десяток корейских семейств то ли в конюшне, то ли в коровнике без ворот и стекол. Было очень холодно, не было света, воды. Продукты кончились еще в эшелоне, а по прибытии на место никто не собирался выдавать. Приходилось искать пропитание самим, чтобы не голодать. Только весной 1938 года, то есть спустя полгода после начала депортации, было принято правительственное решение о хозяйственном устройстве корейских переселенцев. Догадайтесь, чем все это время занималось советские ведомства, вместо того, чтобы заняться судьбой депортированных. Не думаю, что догадаетесь. На самом деле они делили оставшиеся от корейцев имущество на Дальнем Востоке. Со временем власти на местах нового проживания корейцев, ну, зашевелились. Депортированным была частично компенсирована потеря имущества, а также они получили стройматериалы, кредит и земельные участки для ведения хозяйства. А корейские колхозы в Центральной Азии на первые два года были освобождены от обязательных государственных поставок. Касаясь вопроса отношений с местным населением, историк Герман Ким, один из основателей корееведения в Центральной Азии, отмечал, что, цитата, «стало уже признаком хорошего тона отмечать гостеприимство и доброту казахского или узбекского народов, приютивших корейских переселенцев, которые, вопреки строгим указаниям сверху, поделились со страдавшими от голода и холода хлебом и кровом». Вместе с тем, считает Ким, следует обратить внимание на то, что, несмотря на отсутствие серьезных трений между депортированными и местным населением, казахам, например, было не до помощи другим, поскольку они сами несколько лет назад пережили убийственный голод и нуждались в своем куске хлеба. Обязательно тоже расскажу про этот страшный голод в Казахстане. По сравнению с народами, репрессированными позднее, немцами, чеченцами, крымскими татарами, ну и многими прочими, положение корейцев на новом месте вначале было полегче. Они имели статус не спецпереселенцев, а административно переселенных и могли свободно передвигаться по Центральной Азии. Пользуясь этим послаблением для сталинского режима, часть корейцев, расселенных в Казахстане, впоследствии перебрались в Узбекистан, где условия для ведения сельского хозяйства были намного лучше. Корейцы также могли получить высшее образование, становиться председателями колхозов и не обязаны были еженедельно отмечаться в комендатурах. При этом корейские поселки размещались на большом отдалении один от другого, чтобы не возникало крупных районов компактного проживания корейцев. В Красную армию корейцев не брали, только в отряды так называемой трудармии, ну или говоря таким современным языком, стройбат. Правда, для некоторых делали исключение. Так, в июле 1942 года в штат рабоче-крестьянской Красной армии был зачислен молодой корейский партизан
Ким Ир Сен. У его внука Ким Чен Ына президент России сегодня просит снаряды, я бы сказал, даже выпрашивает снаряды для войны в Украине. Другие корейцы специально сообщали о себе ложные сведения, чтобы попасть на фронт. На сегодня известно более чем от 400 корейцев, воевавших против гитлеровской армии. Среди них мичман Сергей Цой, единственный кореец, участник парада Победы. После окончания Второй мировой войны несколько сотен корейцев были направлены в спецкомандировку в находящуюся под контролем СССР северную часть Кореи. Там они помогали Ким Ир Сену строить КНДР и отбиваться от американских войск. После окончания командировки большая их часть, что показательно, вернулась в СССР. Только в 1945 году статус административно переселенных был заменен на спецпереселенцев, и корейцы утратили свободу передвижения. Впрочем, тогда же им начали массово выдавать советские паспорта. И вообще, к тому времени корейцы уже встроились в центральноазиатское общество, социум. Правда, для этого им пришлось изрядно обрусеть, поскольку корейских школ практически не осталось, а сами носители языка оказались разбросаны на огромном пространстве среди других национальностей. Изучение русского стало жизненной необходимостью. К тому же резко увеличилось количество смешанных браков, которые до депортации были скорее исключением, ну и большой редкостью. При этом развитие корейских общин в Казахстане и Узбекистане пошло разными путями. Вплоть до развала СССР корейцы в Узбекистане проживали относительно компактно и смогли, например, в большей степени сохранить свой язык. Казахстанские же корейцы, как только стало невыгодно заниматься сельским хозяйством, быстро урбанизировались и переселились в большие города, чтобы получить образование. Переезд в города стал возможен, когда в 1956 году режим спецпоселения был отменен, и корейцы уравнялись в правах с другими советскими гражданами. Однако любые разговоры о корейской автономии были немедленно пресечены. Кроме того, некоторые негласные запреты продолжали существовать вплоть до распада СССР. Например, в армии корейцы не могли дослужиться до звания выше подполковника, а в партии их карьера останавливалась на уровне секретаря райкома. С другой стороны, уже в 70-е годы корейцы занимали должности республиканских министров, а доля людей с высшим образованием среди них была в два раза выше, чем в среднем по Советскому Союзу. В Центральной Азии корейские хозяйства быстро богатели, преуспевая особенно в рисоводстве, овощеводстве и рыболовстве. Более того, тысячи корейских бригад разъезжались из центральноазиатских республик по всему Советскому Союзу выращивать бахчевые культуры и лук. Они арендовали земли в Поволжье, в Украине, на Северном Кавказе, в Сибири и на Урале. По некоторым оценкам, едва ли не весь лук, который оказывался на столе советских граждан, был выращен именно корейцами. Многие из корейских хозяйств становились миллионерами, обзаводились собственными школами, домами культуры и даже спортивными клубами. Например, в Ташкентской области был такой корейский колхоз-миллионер политотдел, чья женская команда по хоккею на траве становилась серебряным призером чемпионата СССР. Вообще, этот колхоз в свое время посещал не только советский генсек Никита Хрущев. Сюда приезжал даже лидер коммунистического Вьетнама Хо Ши Мин, чтобы набраться опыта в ведении коллективного хозяйства. Словом, в Центральной Азии корейцы более чем преуспели. Только в Узбекистане в 1959 году их проживало около 140 тысяч человек. Даже когда во второй половине 50-х годов корейцы получили возможность вернуться на Дальний Восток, вопреки ожиданиям властей, на это согласились немногие. Просто к тому времени уровень жизни в корейских колхозах значительно превышал тот, что был на прежнем месте жительства. Впрочем, в 60-х корейцы все же начали возвращаться в Приморье, но уже не как крестьяне, а как специалисты – инженеры, учителя, врачи. Исследователь Валерий Хан в своей монографии «Историография корейцев Центральной Азии» пишет, цитата, ни одна из корейских диаспор мира не смогла добиться такого статуса в социальной структуре общества и таких достижений, как Корё-Сарам, особенно корейцы Центральной Азии. Среди них обладатели звания героя, члены Верховного Совета СССР и Республик, министры, заместители министров, члены Сената
и депутаты Нижней палаты парламентов, крупные ученые, бизнесмены, спортсмены, известные деятели искусств. Ну, я уверен, что вы очень хорошо знаете, о ком идет речь, особенно если говорить об искусстве и спорте. Виктор Цой, Константин Цзю, Юли Ким. Они все тоже Корё Сарам. Вообще сегодня не только Центральную Азию, но и Россию в целом уже невозможно представить без корейцев. А корейская морковка, с чего я начал, одна из самых популярных закусок. Ее появление, кстати, как я уже говорил, связано с депортацией. Высланные из Дальнего Востока корейцы просто не обнаружили на новом месте традиционных ингредиентов для своих салатов, и их пришлось заменить морковью. Только в апреле 1993 года Верховный Совет Российской Федерации принял постановление о реабилитации российских корейцев. К тому времени часть корейцев из Центральной Азии уже перебралась в Россию, некоторые двинулись еще дальше на свою историческую родину, в Республику Корея, она же Южная Корея. И вообще, особенно поток переселенцев обратно в Корею вырос после 2022 года. Ну, я думаю, вы и сами понимаете, почему так произошло. Ну и главный вопрос. Каковы же были истинные причины депортации корейцев с Дальнего Востока? В принципе, остается достаточно открытым, потому что мне кажется четкой, понятной и убедительной версией, почему Сталин решился переселить корейцев и настоял на этом. Все же нет. Возможно, очень понятные и четкие причины нам так и останутся неизвестны. Спасибо за то, что смотрели этот ролик. Депортация корейцев и о корейцах. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал. И до следующих исторических роликов. Всем пока. Китай не союзник России, но он главный выгодоприобретатель в этой войне. Материал политолога Кирилла Сазонова. Далее цитируем. Тут канцлер Германии Олаф Шольц летал в Пекин, где встретился с лидером КНР Си Цзиньпином. Понятно, что прежде всего они обсуждали интересы Германии, Евросоюза и Китая. Мы не центр мироздания, уже понимаем. Однако вопросы российской агрессии против Украины обсуждали живо, после чего были озвучены вполне ожидаемые заявления и пошли трактовки и разъяснения. От адекватных экспертных до конспирологических, от которых волосы дыбом. Давайте кратко внесем ясность и отбросим фантазии подальше. Итак, Китай настаивает на участии России в мирной конференции по Украине. Си Цзиньпин призвал все стороны работать вместе, чтобы скорее восстановить мир и не допустить выхода конфликта из-под контроля. Точка. Перевести с китайского на понятный перевожу. Исходя из того, чего Китай хочет в действительности и что нам придется учитывать, без иллюзий и веры в эталоны. То, что они хотят быть похожи на Китай, это можно предположить. Но то, что они теперь ровнее себе видят к Северной Корее, это, конечно, геополитическая катастрофа. Вот с одной стороны, Путин гордится тем, что он провел саммит БРИКС. И к нему приехали там Си Цзиньпин, Нарендра Моди и так далее. С другой стороны, Путин вообще едет в Северную Корею с визитом. Да. Второй раз, но первый раз там он был 22 года. Да, в начале 2000-х. Да. Но сам факт того, что он вообще первый руководитель российского государства в любом его формате, посещавшим Северную Корею. Ни Хрущеву, ни Брежневу, ни Горбачеву. Эта мысль даже в голову не приходила. Ким Ир Сен всегда приезжал сам. Кстати говоря, в последний раз, по-моему, он на этом своем бронепоезде ехал уже, когда генеральным секретарем ЦК КПСС был Константин Черненко. Он, тем не менее, доехал до Черненко, до Москвы. Потому что Черненко, как понимаете, в отличие от Путина, до Владивостока не доехал бы. Ну, 100%. Вот, ну или бы доехал, так сказать, на лафете. Вот, Ким Чен Ир доезжал сам до России. Ельцин к нему не ездил. Ну... Казалось бы, Путин же должен считать себя главой великой державы, он же не может туда ехать. Но он, тем не менее, прекрасно поехал, они вообще туда ездят, и все время может сложиться впечатление, что Северная Корея такая-то супердержава. А это вообще 20-миллионное государство с отсутствующей экономикой и присутствующей армией.
Китай – главный выгодоприобретатель в этой войне. Он не союзник России, он не союзник Украины или Европы. Китай – свой собственный союзник. Пока Россия влезла по уши в украинскую войну и стала изгоем, Пекин собирает урожай. Он получает от России углеводороды в любых количествах по бросовым ценам. И не только углеводороды. Лес – другое важное сырье. Китай берет все, что ему нужно в любых количествах и платит столько, сколько не жалко. Зачем переплачивать, если у Москвы нет других вариантов? Китай постепенно и без сопротивления отжимает территории на Дальнем Востоке, которые считает своими. Помешать некому. Армия РФ в Украине, Европа и США вступаться за Путина не станут. Бинго. Роскошное расписание для Пекина. Торопиться некуда, все обходится дешево и без стрельбы. Кто бы мог подумать, что я доживу до таких времен, когда мою родную бурятскую землю будут отдавать задарма китайцам и называть это развитие. Давайте простимулируем фермеров Бурятии. Стимулировать на что? Батрачить на китайцев? На 70 лет им отдают землю с правом льготного выкупа потом этой земли по окончанию срока. И они 5 лет не будут платить налоги с 5500 гектар земли 4 районов республики Бурятия. Нулевые налоги на доход, на землю, вообще на все нулевые. И потом льготные налоги. Насколько Китай заинтересован в прекращении войны прямо завтра? Логично. Вообще не заинтересован. Он прагматик. И о не допустить выхода конфликта из-под контроля. Тоже все правильно. У Китая все под контролем. Он держит Москву за горло и ниже. Без вариантов выхода. Так что приедет российская делегация на мирную конференцию или нет, Пекину все равно. Он показал, что может влиять на процесс. И все. Ну, приедет Россия на конференцию, выставит дикие невыполнимые условия, со всеми поссорится и уедет. Китай сделал все, что мог. Настаивал и приглашал. Остался при своем великолепном раскладе. Так что строить отношения с Китаем и искать свои интересы мы можем. Но рассчитывать на Пекин, как на миротворца, сейчас нет смысла. Им выгодна ситуация на сегодняшний день. Очень. Все остальное китайцам неинтересно. Замена автомобилей BMW европейского производства, условных, происходит не на российскую «Ладу», а происходит на китайский автопром, который очень активно на сегодняшний момент заполняет российский рынок. При этом абсолютно четко нужно понимать вот принципиальное отличие проникновения китайских автомобилей от тех движений, которые делали европейские бренды на российский рынок. Европейские бренды размещали на российском рынке сборочное производство. Китайцы завозят готовую продукцию. Никаких разговоров, связанных с строительством каких-то сборочных предприятий в Российской Федерации, производящих китайские бренды, нету. На сегодняшний момент никто не обсуждает вопрос о создании рабочих мест в Российской Федерации или о расширении глубины локализации китайских автомобилей на российский рынок. Речь идет о прямом поглощении российского рынка китайскими брендами, производимыми в Китае. В данной ситуации главная цель для Китая – это четко освоить свой новый рынок, которым является Российская Федерация. Это первый момент. Второй. Когда мы с вами обсуждаем вопрос о резкой задержке финансовых операций, которые проводят китайские банки по отношению к российским платежам, есть одно маленькое уточнение. Речь идет об операции в юанях. То, что на сегодняшний момент и фонд благосостояния Российской Федерации сильно перешел в юани, и российские компании, активно стараясь уйти от доллара, от контроля Министерства финансов Соединенных Штатов Америки переходят в юани, означает только следующее. Юанизация российской экономики продолжается достаточно активно. При этом четко нужно понимать следующее. Любая крупная операция в юанях требует отдельного разрешения Народного банка Китая. Если такового нету, естественно, платежи будут задерживаться очень долго. Хочу напомнить, Китай – это не свободно конвертируемая валюта. Это валюта с ограниченной конвертируемостью. Так что все вот вопросы, о которых вы говорите, они имеют еще вот такую достаточно, ну, особенность, связанную с
большей интеграции экономик Российской Федерации и Китая. Честно говоря, сейчас из Китая такое дерьмо пошло, это просто какой-то капец. А раньше-то, в общем-то, сейчас с инструментом это просто беда. Это не знаю, что они улепят. И ведь особо не предъявишь никому ничего. Неоднократно говорил, что Россия не только готова к переговорам, но на известном этапе, в самом начале этого конфликта, вела эти переговоры. И даже был выработан взаимоприемлемый договор. Внешняя политика России миролюбивая, без всякого преувеличения. Если посмотреть на политическую карту мира и увидеть, что из себя представляет Россия, становится очевидным, что нам не нужно ни чужие территории, ни чужие природные богатства какие-то. У нас всего достаточно. Мы самодостаточная страна. У нас нет необходимости с кем-то воевать и конфликтовать. Радио «Свобода» публикует фрагмент проекта «Мирного договора» от 7 марта 2022 года, предложенного России Украине, который назывался «Договор про урегулирование ситуации в Украине и нейтралитет Украины». Да, это уже не сенсация. Проекты договоров, а по факту российских ультиматумов Украине, уже публиковались ранее, и мы их разбирали. Но здесь есть важный хронологический нюанс, о котором ниже после краткого перечисления матчасти. Проект договора от 7 марта 2022 года, опубликованный Радио Свобода, предусматривал следующие ограничения для Украины. Первое. Численность ВСУ до 50 тысяч человек. Второе. Танки 300 единиц. Третье. Боевые бронированные машины 700 единиц. Четвертое. Артиллерия плюс минометы плюс реактивные системы залпового огня 400 единиц и так далее. Кроме того, от Украины требовалось введение русского языка, снятие всех санкций, амнистия всех военных преступлений, отказ от любой западной помощи, в том числе с производством вооружений, признание Крыма и Донбасса за Россией и так далее. Это стандартные российские требования, от которых она никогда не отказывалась и сейчас продолжает выдвигать. Наша позиция ясна. Никакого вступление в НАТО, нейтральный статус, решение проблем населения русскоязычного и русского. Что такое 50 тысяч человек и 300 танков, мне не нужно вам объяснять. На одном лишь Покровском направлении Россия задействовала 70 тысяч человек. Понятно, что размер армии в 50 тысяч человек – это фактически разоружение Украины. Но в проекте договора от 15 апреля 2022 года, который был опубликован The New York Times в июне и который, как утверждают журналисты, лежал на столе у Путина, требования России уже были чуть поскромнее. Необходимо рассматривать с точки зрения реалий на земле. Первое. Численность ВСУ до 85 тысяч человек. Второе. Танки 342 единицы. Третье. Боевые бронированные машины 1029 единиц. Четвертое. Артиллерия плюс минометы плюс реактивные системы залпового огня 762 единицы и так далее. То есть 15 апреля, уже после того, как Украина выбила российские войска из-под Киева, Чернигова и Сум, 7 марта ВСРФ все еще стояли под Киевом. Требования России несколько снизились, хотя и недостаточно, чтобы Украина в здравом уме могла их принять. Ну, вы знаете, это предмет переговоров. Это предмет переговоров. Это очередное прямое свидетельство тому, что чем слабее Россия, тем меньше ее аппетиты. И наоборот, чем она сильнее, тем больше она будет требовать. Поэтому вне зависимости от того, состоятся ли новые переговоры, перед Западом стоит задача максимально усиливать Украину на поле боя. Ведь от ее силы напрямую зависят выдвигаемые Россией условия. А сейчас, напоминаю, Россия требует полной
полностью отдать Донбасс плюс Херсон плюс Запорожье плюс все вышеперечисленное. Если Запад выберет курс на снижение помощи, то со временем, выбирая между войной и позором, как говорил Черчилль, получит позорную войну у себя на территории. Войска НАТО уже должны быть введены в Украину, так как силы слишком неравны. У нас родились дети. Так ждали Трампа, я прям помню. Угу. Некоторые шампанское никакого. Ага, помогло? Не помогло. Не надо искать друзей там, где их нет, и быть не может по определению. Поэтому... Трамп такой же системный враг, как любой представитель демократа. Ну, Владимир, я не соглашусь. Не системный враг? Трамп не системный враг. Трамп действует в интересах США, так как он их понимает. Это но... и есть характеристика системного врага. Но... Я правильно понимаю, что вы... И снова за Дональда Трампа. Да, снова. Трампа. У него даже сомнений нет, я уже 10 раз это сказал, несмотря на то, что он там иногда вот это кто-то вот против коммунистов. Вежливо выражаясь. Вот это. Против левых, против коммунистов. Что... Но почему просто я? Просто коротко, буквально, почему чтобы я? Дальше не перебивать. Накануне Дональд Трамп заявил, что именно он тот человек, который уничтожил Северный поток. Именно он, Дональд Трамп, тот человек, который сможет победить Владимира Путина. Именно он, Дональд Трамп, тот человек, который добьется стратегического поражения Российской Федерации. Ну и... историческое его заявление «Смахиваем пыль». Нет. Он тот политик, я который вел больше всего антироссийских санкций. Ну, так, ну, для понимания, ну, и продолжаем больше, его любить. Больше-то он не ввел, конечно. У нас сейчас 20 с лишним тысяч санкций, и ввели-то их все в основном. А в смысле, вводить больше нечего? Ну, хорошо. Вы слышите то, что вам хочется услышать? Наверное, не надо лукавить. Важно, что выборы завершились в Америке. Почему это важно? Кто-то во время предвыборной кампании говорил про войну. Кто-то говорил о мире. И о том, что быстро установит мир. А Америка это является той самой страной, которая конфликт вокруг Украины может прекратить очень быстро. Потому что это та самая страна, которая и прямо, и косвенно вовлечена в этот конфликт. Это та самая страна, которая декларирует цель нанести стратегическое поражение нам, россиянам, нашей стране, Российской Федерации. И если кто-то может что-то изменить, тогда это надо приветствовать. Если это слова во время предвыборной гонки, видели такое и ранее. Привычки, мы интересуемся выборами, насколько мне кажется. Я вам как журналист здесь отвечу. Я вообще американист, я работал долго в Америке, поэтому для меня это профессиональный интерес в том числе. И я ничего хорошего не вижу от тех результатов, которые есть. Единственная положительная сторона, что наша страна в наименьшей степени, как мне кажется, за все годы, зависит от того, что произошло сегодня в Соединенных Штатах. Мы пришли к тому суверенитету, к которому шли, и то, что произошло, как мне кажется, большого влияния не окажет. А что касается дальнейших действий Трампа, то мне кажется, что он еще до января предложит нам некий план, некую сделку, которая будет заведомо неприемлемыми условиями, мы ее отвергнем, а дальше будет, разведет в свойственной ему манере руками и предоставит Украине какой-нибудь мощный пакет помощи и снимет те ограничения, которые соблюдал в некоторой степени Джозеф Байден. Но это лишь мои предположения, и я надеюсь, что именно это предположение не сбудется. Спасибо. Многие считают, что эта операция проходит как-то факультативно. Не всех она касается. Я против войны. Мне кажется, это не наша война, далеко не наша. Как вы считаете, какие сейчас цели у специальной военной операции? Не знаю, перемолоть мужское население России. Какое-то такое. Вы как думаете, зачем такие цели вообще поставлены? Потому что те, кто ставят цели, полоумные старики. Нет того вот понятия, что народ и армия едины, что все для фронта, все для победы. Пацифические настроения процветают. А любой мужчина, пацифист до
55 лет, это тире уклонист, который не понимает, что есть законы, принятые депутатами и утверждены избранным президентом, и все согласно принципу демократического централизма, большинство избранными победило, поэтому все остальные должны выполнять законы. Это уже законы. И ты закон о всеобщей воинской обязанности, о мобилизации должен выполнять неукоснительно. Они идут лесом, эти юридические нормы. Понятно, что войны были, есть и будут. И история показывает, вот посчитали историки, что Россия находилась в состоянии больших или малых войн более 70% времени своего существования. Так уж устроен мир. Человек – это единственное живое существо на планете, которое, к сожалению, уничтожает себе подобных. Ну, за исключением, там есть маленькие исключения, и то из-за голода. И обстановка очень серьезная. Мы тоже до конца не знаем, какие шаги предпримет НАТО, какие еще там вооружения будут поставлены. Поэтому расхолаживаться здесь ни в коем случае нельзя. Не должно быть никаких иллюзий, то что... Они дадут и самолеты, и все что угодно. Мы вот тут мобилизацию начали обсуждать. Точнее, закон, который Картополов и Единая Россия протащили, про повышение возраста, про новые ограничения для тех, кто уклоняется. В общем, там целый запретительный пакет для того, чтобы людей гнать в армию. Это все связывают с мобилизацией. Если вы согласны... Если не согласны, то объясните, почему тогда я не принимаю это. Если согласны, у меня тогда к вам следующий вопрос. Зачем она сейчас нужна, эта мобилизация? Какие у нее цели? В какие сроки нам ее ожидать? Ну, это логично, что мобилизация, понимаете? А для чего? Просто ради спортивного интереса брать и не просто повышать возраст призывников с 18 до 30, причем, заметьте, изначально говорилось о том, что будут понижать, повышать и нижнюю планку. То есть, как всегда, кидняк, понимаете, как всегда развод, как всегда, чтобы первая реакция болезненной не была, значит, они сначала обещают некое равновесное такое изменение, а потом по максимуму делают, и 18 тебе, и 30-ка. Вот. Это логично, а потом, ну вот смотрите, он говорит, выступая, Картополов, ну понятно, что он, в общем, картонный такой генеральчик, человек Шойгу и Герасимов, но он говорит, надо готовиться к большой войне, она вот. Вот уже. Ну так погодите, он, конечно, под этим может подразумевать свое, а Третьей мировой, там, ядерный, с НАТО и так далее. А можно как бы говорить о той войне, которая уже идет. То есть она будет теперь еще больше. Она и так большая, но будет еще больше. Но логика совершенно очевидна, что это все изменения, все эти законодательные новеллы связаны именно с войной, а не с какими-то гипотетическими угрозами, которые у России могут возникнуть, поэтому нужно увеличивать численность армии, и призывной, и контрактной части, и возможности мобилизации расширять. Но, повторяю, я вот упустил мысль, что они же увеличили и планку, значит, лиц, находящихся в запасе. Вот я офицер запаса. То есть у меня было до 55, теперь до 60. Ну, понятно, что со мной это вообще все ясно, да, там, увидят они меня. Но сам факт, что они просто взяли и искусственно начали подымать, ну, вот на 5 лет подкидывать возраст потенциальных военнообязанных, которые находятся уже, ну, в приличном возрасте, там, 50-60 лет и так далее. Они это тоже делают. А зачем это делать? Потому что не хватает имеющихся сил средств, не хватает того мобилизационного резерва, который есть. Ну, получается-то ведь так. Поэтому я думаю, да, это связано с большой мобилизацией. Они не уверены, что они смогут вести дальше военную кампанию, как они периодически называют «война на истощение», ну, разные там эксперты называют «война на истощение», теми силами, которые имеются, понимаете? Они считают, что этого недостаточно. И, наверное, для этого есть серьезные, существенные основания. Поэтому они хотят увеличить разными способами. Причем еще раз хочу подчеркнуть, что принято считать, вот призывники, студенты и так далее, их на войну не отправляют, они в Украине не воюют. Но это ж, понимаете, это что же лукавство? Во-первых, тех срочников, которые оказываются в армии на этот годичный срок, многих, так сказать, ломают на подписание контракта. Есть такие случаи. Ну, сложно, я назвал многие, но есть такие случаи. То есть вчерашний там школьник 18-летний вдруг оказывается в 19 лет, значит, в зоне боевых действий. Может быть, их не так много, но они есть.
есть. Более того, люди, которых будут призывать аж до 30 лет, но это уже сложившиеся взрослые люди, закончившие институты, имеющие жен, там, детей, работу и так далее. А до 30 лет все равно ему надо что-то делать. Либо отслужить, либо, ну, я не знаю, скрываться, либо еще что-то делать. То есть раньше было 27 лет, сейчас уже 30, понимаете? Вот. И предела этого, оно как бы и нет. В призывной армии они могут и до 35 поднять. А почему нет? На сборы-то берут людей разных возрастов. Поэтому с этой точки зрения, конечно, нужно видеть в этом большую цель. А она в том, что война продолжается, война будет расширяться. В их представлении именно так. Павел, вы участвовали весной 2022 года в походе российской армии на Киев. Мы уже стояли на пороге столицы Украины или Малороссии. Почему мы ушли от Киева? В чем, по-моему, по вашему мнению, причины? Что помешало? Есть вот то, что вы сказали, да, там мы стояли под Киевом, вот-вот мы могли зайти в Киев. Это заблуждение, которое я очень часто встречаю, и как свидетель тех событий готов опровергнуть. Когда наша колонна двигалась, я насчитал 6 колонн сожженной бронетехники, там сгоревших солдат внутри, видел еще их, там не убрали, не эвакуировали. Потом пошли сведения с передовой, с Гостомеля, с Ирпеня, с Бучи, о том, какое кровавое месиво там началось. Дело в том, что, опять же, рассуждая о глупости и измене, нас там ждали. Нас там ждали и малыми силами оказали сопротивление настолько ожесточенное, что мы умылись там кровью. И отход от Киева, он связан не с тем, что там добрый Владимир Владимирович там пощадил группировку, которая наступала на Киев. Там с двух направлений шло наступление. А с тем, что мы там потерпели ряд таких, ну, может быть, не катастрофических поражений, но достаточно крупных поражений, особенно там ребята из десанта, из подразделений ГРУ, которые передовые наступали, они понесли тяжелые потери, достаточно тяжелые. Я не буду там в целях, там, чтобы не дискредитировать и не это. Ну, история все равно ответит на эти вопросы рано или поздно. То есть мы ушли оттуда вынужденно, и Путин еще так красиво завернул, как будто это еще жест доброй воли. С учетом обсужденных в ходе сегодняшней встречи принципов, Министерством обороны Российской Федерации в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижение конечной цели согласования и подписания вышеуказанного договора, принято решение кардинально в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлении. Всем привет! Проводим наш очередной любимый, как всегда любимый, телемост Киев-Вашингтон. На связи Андрей Андреевич Пентковский. Андрей Андреевич, здравствуйте. Добрый день, Роман. Добрый день, Володя. Володя, режиссер нашей трансляции. Андрей Андреевич, я думаю, будет интересно всем, и мне, и Володе, услышать ваше мнение по поводу того, как бы это вопрос-то сформулировать. Некоторые мне тут из моих друзей задают вопрос так. Нам капец, ну, немножко с другой формулировкой, но смысл все поняли. Я считаю, что нет. Хочу услышать ваше мнение, ну и, собственно говоря, вот все пишут про какой-то план Дональда Трампа о мире, заморозки и так далее. Но что-то как-то, ну, как минимум, после завершения избирательной кампании количество ударов по Украине, ну, точно не уменьшилось, а если честно, то, по-моему, даже увеличилось. Ваше мнение?
Ну, Украина, конечно, победит всех своих врагов, это бесспорно. Но Трамп нам не друг, конечно. Ну, в общем-то, и прежней администрации общее настроение, мне кажется, такое, что была без радости любовь, разлука будет без печали. Да, конечно, поставляли нам, но мы же помним, как каждый новый технологический рывок вооружения в Украине сопровождался запаздываниями, оговорками. Ну вот, а в последние месяцы уже дедушка Байден совсем стал плох с бесконечными запретами использовать американское оружие для удара вглубь территории. Даже за день самый нелепый запрет был озвучен, по-моему, за день до выборов. Нельзя бить по... Нельзя ни в коем случае использовать американское оружие для ударов по корейским военнослужащим. Ну, пока они не начнут ударять по теории. Ну, вот. Но с Трампом и сложнее ситуация. Вот вы правильно затронули вопрос. Собственно, он будет сегодня центральным. Я собираюсь обсудить о так называемых мирных планах. Не знаю, насколько замечено было в пятницу, 9 ноября в Украине, ситуация вокруг такой известной фигуры, как Майк Помпео. И Ники Хелли. И Ники Хелли, да. Это два выдающихся деятеля республиканской партии, известные своим очень позитивным отношением к Украине. Мы помним, как Ники Хелли в ходе дебатов, в ходе праймериз сражалась за Украину, ее выступление на съезде, не сказав, что она поддерживает Трампа, она не скрывает, что у нее есть с ним серьезные разногласия. Серьезные разногласия были как раз по вопросу Украины. Теперь Майк Помпео. Помпео сыграл выдающуюся роль в первой администрации Трампа. Ну, мы с вами это обсуждали не раз. Ну, значит, первым госсекретарем, вы помните, это был Тиллерсон, нефтяник. Между прочим, обладатель Ордена Дружбы, который ему лично Путин вручал, там у него большой нефтяной бизнес был с Россией. Но он, как представитель глубинного государства, он старался проводить жесткую политику по отношению к той же России, несмотря на Орден. Ну и в конце концов он не выдержал глупости Трампа. Ну, не только по России, там, вы помните, корейские все эти похождения Трампа. Назвал его публично идиотом, мороном, и хлопнув дверь, ушел. Ему на смену пришел Помпео, который придерживался примерно таких же взглядов, но он был более умный тактик. Он не стал, он поправил своего причину. Говорит, нет, он не морон, он альтернативный гений. И вот он таким, как мудрый гуру внешнеполитический, он умудрялся направлять такие инстинкты Трампа в какое-то позитивное для американского государства, для американского глубинного государства, ярким представителем которого он был, полезный для Руссу. Особенно это удалось ему политики на Ближнем Востоке. Но там еще ему повезло, еще работал Кушнер в том же направлении, зять. Трамп. Вот, к сожалению, у Трампа зять оказался не украинец, а еврей. У нас это... президент такой, так что будем работать все равно. Вот, но и ближневосточная политика была просто блестящая. И вот эти Авраамовы соглашения, это стратегическое направление, собственно, сместить акценты с так называемого палестинского вопроса на конструктивное сотрудничество Израиля и ведущих суннитских арабских государств. Были заключены вот эти знаменитые Авраамовы соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном. На пороге было историческое соглашение Саудовской Аравии, но оно как-то затянулось, кончился срок Трампа. Ну и потом в чисто военной
Я, например, несмотря на свою критику Трампа, очевидно, в украинском вопросе, я рукоплескал его решение уничтожить вот второго человека в иранской военной иерархии, главаря вот этого преступного корпуса исламской революции в Сулеймане. Ну, а что касается Украины, это было как бы не центральным направлением деятельности Помпео, но и здесь он оставил свой след. Вот такие фанатики трамповские все время доказывают, как велик Трамп, какой он большой друг Украины, подчеркивают справедливо, что при Трампе впервые американцы начали продавать оружие, джавелины. Было принято решение. Обама же ограничивался так, я не знаю, там пробками, шлемами, питанием сухим. Да, решение было как бы о возможности продажи было принято, но не было разрешения на это. Ну, здесь тоже Помпео сыграл свою решающую роль. Ну вот, и он был уверен. Вот я вам скажу, я же кручусь на этой Вашингтонской бирже, назначение. Тут каждый день какие-то слухи, поднимаются ставки, опускаются. Но вот до пятницы считалось аксиомой, там, что Помпео, конечно, будет в кабинете, что он будет, он возглавит Пентагон. И почему Пентагон, тоже все понимали. Он должен довести до конца вот эту свою ближневосточную программу поддержки Израиля. А сейчас уже, после последних шагов Израиля, которые... Кстати, очень мужественно себя вело руководство Израиля, в общем-то, посылая во всех ключевых вопросах дедушку Байдена куда подальше. Он им ничего не разрешал. Ни заходить в Рафек, ни брать Филадельфийский коридор, ни входить в Ливан, ни бомбить Иран. Все не разрешал, они все делали. А теперь настала уже повестка дня не для... Государственный департамент, а для Пентагона. На повестке дня бомбардировка очень серьезной Ирана с ликвидацией его ядерного потенциала, с ликвидацией его нефтянки и приведение его к нулевому балансу финансового. И почему бы нет, и с ликвидацией этих верховных аятолов просто по списку, начиная с верховного. Это все, видимо, предназначалось в руки Помпео. Ну, как гром среди чистого неба, ясного неба, прозвучало вчера неожиданно резкое, как-то после внешне вежливое, но очень резкое заявление Трампа. Он лично написал, он не в Твиттере, а в какой-то своем параллельном Твиттере у него какой-то есть. Он хоть с Маском помирился, но не вернулся в Твиттер. Он там написал, что да, у меня... В первой моей администрации у меня служили госпожа Хейли, представитель ООН, и Помпео, государственный секретарь. Я благодарю их за услуги, которые они оказали стране, но приглашать их во вторую свою администрацию я не собираюсь. Ну, потом уже как-то задним числом я понял, что там была большая компания вокруг Трампа, чтобы не допустить Помпео. И вот русские с их по-Достоевскому всемирная отзывчивость русских, они вообще должны вмешиваться, принимали в этом участие. Вот я обнаружил потом же задним числом несколько статей в РИА Новости под таким, значит, классическим заголовок. Американцы против участия Помпео в кабинете Трампа. Ну, вы знаете, всегда берется какой-то американец, француз или немец, который делает какое-то нужное для Москвы заявление, а заголовок после этого идет немцы, американцы, русские и так далее. Вот. Ну, это естественно, почему Москва была так настроена против Помпео. Помпео понимал определенную зависимость Трампа от Путина. Понимал, что при нем вряд ли удастся реализовать сценарий победы Украины, но он хотел заранее получить
минимизировать возможный ущерб, который понесет действие Трампа в украинском треке. Поэтому еще за несколько месяцев до выборов, где-то в июле он обнародовал свой мирный план Помпео. Мы с вами его не часто обсуждали. Да. И он обсуждался в Украине. Я его назвал план Помпео Киссинджера. Потому что центральная идея была там идея, которую впервые высказал Киссинджер еще летом 22-го года. А это идея возможности принятия в НАТО разделенной страны, еще участвующей в военном конфликте. Для Киссинджера это вообще была для него революционная идея. Еще раз скажу, я поражен вообще интеллектуальному и такому нравственному мужеству 100-летнего человека, который смог сказать публично: я вот 30 лет боролся за финляндизацию Украины, за то, чтобы она никогда не была принята в НАТО, я делал это для того, чтобы предотвратить войну. А теперь я убедился, что этим я приближал войну. Поэтому вот надо нам подумать о обеспечении безопасности Украины еще до того, как она сможет освободить всю свою территорию. В общем, к этому и сводился план Помпео. Состоит из двух основных частей. Первая – заморозка конфликта, на линии соприкосновения сторон. Что значит заморозка? Это не значит, что Украина признает юридически российскими захваченными территории. Они остаются аннексированными России, но вот конфликт замораживается, так же, как в Корее. Но самая, мне кажется, близкая аналогия – это с Федеративной Республикой Германии, когда Федеративная Республика Германии в 1953 году была принята в НАТО, как разделенная страна. И тогда Запад не спрашивал товарища Сталина разрешения. А можно мы принять вот НАТО, ФРГ, вы нам разрешите? Нет. Они приняли и поставили товарища Сталина в известность, что вот эту территорию Федеративной Республики Германии мы будем защищать как полноправную территорию НАТО всеми средствами, предусмотренными статьей 5 нашего устава. А что касается части ГДР, то да, Федеративная Республика Германия предполагает в будущем мирными средствами объединиться с этой территорией, но на нее условия НАТО не распространяются. Так вот, заморозка конфликта, а оставшаяся территория. Украина теряет примерно 20% территории своей, но при этом 80% оставшейся территории как бы навсегда, впервые за последние 4 столетия, освобождается от власти и влияния Москвы, становится интегральной частью системы безопасности Запада. Вот такой план, который вызвал такую острую дискуссию в Украине. Но я думаю, что если бы дошло до обсуждения этого плана на референдуме украинском, сейчас это уже не будет никакого, я объясню почему. Я думаю, что с тяжелым сердцем, но я думаю, все-таки большинство населения согласилось бы с таким планом. Но дело в том, что да согласиться можно безболезненно, потому что Путин с ним бы не согласился никогда и тем самым продемонстрировал, что он является виновником войны и не желает мирного урегулирования. Ну вот именно перспектива появления Помпео в кабинете Трампа и как основного человека, ответственного за мирный план там в Украине, она сбесило всех врагов Украины, и, оказывается, мы так не заметили, а оказывается, вот была очень сильная информационная война объявлена Помпео, но которые добились своего. Видимо, сыграли тут на честолюбие Трампа. Ну, теперь он вообще был мегаломаньяком всегда. Представляете, как он сейчас, каким Наполеоном он себя чувствует после так называемая блестящая победа. Но победа тоже, она грандиозная, конечно. Но победа ему принесена демократической партией, много причин тут можно, но она не такая великая, как
считается. И впечатление создается вот этими разбросами по выборщикам. А в национальном голосовании я посчитал 75 примерно миллионов за, 70 за. Я уже почти забыл, кто это был. Харрис, да, Харрис. Так это, да, 48 за Харрис, 52 за Трампа. В любой европейской стране это называлось бы такое очень победой, очень с небольшим прямой. Неважно. Мания величия, конечно, у них все возросло до небес. И ему не нужны люди, которых он воспринимал как внешнеполитический гуру. Тем более, что был уже анонсирован план Венца. План. Вот он, полная противоположность плану Помпео. Они, первый шаг у них совпадает, поэтому возникает какая-то подобие первый общего. Заморозки вы имеете? Заморозка, да. Заморозка конфликта, да. Вот, ну, как бы прекращается, люди перестают убивать друг друга. Это как бы хорошо, да. Но если у Трампа, у Помпео с заморозкой идут исторические решения о предании Украине гарантии Запада или принятие в НАТО формально, но это трудно формально провести, там существуют всякие еще, мы знаем, Венгрия и Словакия, но это не важно. Фактически там 25 держав, которые сейчас выступают за прием Украины, НАТО, могут свои гарантии безопасности дать. То у Венса просто зеркальное продолжение этого плана. А Венс, мы уже читали его, там полным пунктом написано Украине, там не Запад предоставляет гарантии безопасности Украине, а Украина предоставляет России гарантии своей беззащитности. Там прописывается, что Украина никогда не может вступить в НАТО, остается так называемой нейтральной страной. Интересно, как может быть нейтральной в войне на твое собственное уничтожение? Вот, запрещаются поставки военного оружия. То есть это план капитуляции Украины. И он, конечно, никогда не пройдет. Андрей Андреевич, подождите. Я смотрел эти заявления предвыборные Венса, и там вообще-то так вопрос не стоит. Ну, имеется в виду, что там сказано о том, что да, НАТО, ну, в смысле без НАТО, но тем не менее вот какая-то демилитаризованная зона и укрепление Украины, чтобы Путин снова не напал. Там же он это сказал. То есть просто никто не знает, что они имеют в виду. Никто до сих пор не может понять, что за демилитаризованная зона. В Курске она будет или где она будет. Ну, то есть я к тому, что там нету вот этой опции, чтобы при любых раскладах прекращать Украине там помогать или еще что-то. Или это я ищу хорошее там... Ну, вы знаете, вот эта статья, да, Украина отказывается от вступления НАТО, она давлеет над всем будущим таким Украине. А дальше это вопрос времени, понимаете? Ведь принципиально, в чем порочность этого плана, нельзя с Путиным обсуждать вопросы... Да, с ним можно обсуждать состояние линии пересечения, линии соприкосновения, заморозки в ту или другую сторону, там вопросы демилитаризованной зоны. Нельзя с агрессором, совершившим напавшим на страну, убившим десятки тысяч людей, совершившим массовое военное преступление, обсуждать вопросы безопасности Украины. И первое, что Украина не может того, не может этого и так далее. Это принципиально недопустимый подход. А дальше, ну, если, предположим, так план Венса будет принят, дальше все будет... Во-первых, это вызовет очень серьезный политический кризис на Украине. Ну, глубокое разочарование в стране. И постепенно будет же работать. Вы представляете, как работает Россия? Будет работать постепенно, меняя людей. Ну, не знаю, не таю. Вопросы безопасности отдавать на рассмотрение и на согласование с Путиным нельзя категорически.
Так, Андрей Андреевич, подождите. Ну, как-то... Нет, я понимаю, что оно, то, что мрачное, оно и выглядит мрачным. Я тут не собираюсь искать какую-то оптимистическую нотку, но согласитесь, вот то, что сейчас американские газеты пишут, да там чего там только нету. Там даже английские солдаты в демилитаризованной зоне, которые об этом наверняка не знают вместе с другими европейскими армиями. То есть, по факту, вообще непонятно, что они будут делать. Или понятно? И вообще, и кто займет, собственно, ключевые должности Госдеп, Пентагон и, соответственно, помощник по национальной безопасности? Есть какие-то вот уже наметки? Ну, есть отрицательные наметки. Ни Помпео и ни Хейли. Это не случайно. То есть не люди, которые возглавляют Украину. Ну что ж, на национальную безопасность будет у нас второй Салливан, только похуже. Некий Гренел. Есть такой, был он работал в первой администрации. Он, ну вот вы говорите об этих таких благоприятных неких моментах в плане Венци. Но все это есть в плане Помпео. Почему понадобился другой план? Если речь идет о том, чтобы обеспечить, как вы сказали, как там написано, обеспечить безопасность Украины от следующей атаки Путина, этому посвящено, это очень четко прописано у Помпео. Гарантии эти безопасности дают западные страны. Либо НАТО в целом принимает Украину в свои ряды, либо ведущие страны Запада. Это противоположное по смыслу планы. И вот поэтому я считаю вот это событие 9 ноября очень неприятно в Украине. Это в окружении Трампа сторонники Украины проиграли ее противникам. Ну и потом вспомните биографию этого Венца. Он же такой, ну вы же помните, он в свое время называл Трампа американским Гитлером, и тот сказал такую фразу, кто сейчас вспоминает: если я захочу, он будет вылизывать мне задницу. Он захотел. Он дал Венцу в 22-м году такое теплое местечко в Сенат. Ну, округ, в котором обеспечена победа республиканцев. Чем он занимался в Сенате 2 года? Мы же видели, что это основной антиукраинский лоббист. Вот во время этого блокады закона о военной помощи, он основной ходил по Сенату, по Палате представителей, по телевизионным студиям и рассказывал, какое Украина коррумпированное, ужасное государство, недемократическое, как там преследуется церковь и так далее, и как нельзя давать никакой помощи. Это мы знаем об этом человеке и какая функция ему поручена. Ну и кроме того, что значит план Венца? Ему просто поручили атрибутировать этот план. А вот теперь давайте посмотрим на события последних месяцев. Довольно удивительные. Прямые контакты. Над этим это план Венца условный. Разработан специальной рабочей группой в составе следующих товарищей. Путин Владимир, Трамп, Дональд и несколько персонажей, курсировавших между ними. Это Такер Карлсон, это Орбан. Просто они абсолютно ничего скрывали. Были такие встречи через день. Такер встречается в Кремле с Путиным, едет, беседует с Трампом. Потом Орбан, особенно вызывающее было поведение Орбана. Он встречался с Путиным, потом выехал в Нью-Йорк, где происходило как бы саммит НАТО, но на нем не задержался, а поехал на Флориду, в поместье Трампа, и там они обсуждали. То есть вот этот план Венсон был выработан рабочей группой через их контакты, этих промежуточных членов этой группы. Поэтому мы же видели, как теперь вот я вспоминаю, ну мы на все обратили внимание, как 7 ноября на Валдайском клубе был в прекрасном, благодушном настроении был Путин. И столько комплиментов отпускал по поводу своего Трампушка.
Я теперь понимаю, что он уже знал то, что мы узнали 9-го, что они ни в коем случае не Помпео, ни Хейли не будут членами кабинета, а план, который пробил Трамп, это будет план Венса. Потому что ситуация плохая. Теперь поставим другой вопрос. А что, какие у нас остались активы, которые мы можем как-то использовать? Какие еще институты остались этого свободного мира, который все больше напоминает такого исчезающего с виноватой улыбкой чешского кота? Ну, давайте по США и по Европе пройдемся. Какие у нас остались активы в США? Трамп не пустил в свой кабинет Хейли и Помпео. Но он не может выгнать из Конгресса, только что избранного, своих же членов Конгресса республиканцев. А мы знаем, что большинство республиканцев составляет большинство в обеих палатах. А большинство этих самых республиканцев – это проукраинские республиканцы. Это были те самые республиканцы. У них есть три ярких лидера. Я напомню их фамилии еще раз. Это Майк Маккол, это Роджерс и это Тернер, председатели комитетов. Андрей Андреевич, они тоже переизбрались, да, или у них не срок? Я просто не знаю этого. Они переизбрались. Вопрос в таком, если уж Трамп как-то настроен, это мы посмотрим, настроен и их влияние уменьшить, он может, они должны переизбраться еще председателями комитетов и председателями ведущих комитетов по обороне и разведке и иностранным делам. Вот. Но пока они председатели, конечно, не переизбрались, да, это ведущие республиканцы. Они 2 года блестяще в Конгрессе обличали администрацию Байдена за недостаточную поддержку Украине. Ну, помните прекрасное выступление Маккова с этими плакатами, на которых он показывал, как русские самолеты поднимаются над Белгородом и оттуда обстреливают планирующими бомбами Харьков, и по ним нельзя стрелять, оказывается. Ну, вряд ли они поддерживают отношение Венса к Украине. Тем более, что они как раз преодолели вот это сопротивление, организованное, спирированное тем же Венсом, сопротивление подтверждения закона о военной помощи Украине. Ну, я думаю, что вся Украина сейчас, во всяком случае, политическая Украина, ждет высказывания этих людей. Я надеюсь, что в ближайшее время мы их услышим. У них есть хорошие очаги влияния относительно назначения персон. Ну, так как большинство республиканцев небольшое в том же Сенате и Палате, то, скажем, 5 или 6 сенаторов с твердо проукраинскими позициями могут легко блокировать любое назначение Трампом какого-нибудь отъявленного украинофоба на те же позиции, о которых вы говорите. Вот это оставшийся наш серьезный актив в Америке. И, конечно, очень интересно узнать их точку зрения по новой ситуации в Украине. Андрей Ильич, да. Извините, я вас перебил. Сейчас вернемся к этой мысли, но давайте вот все-таки вот вы можете какое-то предположение сделать? Вот все эти тексты, которые сейчас в прессе будируются, так что будет? Вот просто непонятно. Вот что будет, потому что заморозка, да, НАТО, кстати, Венс говорил нет, а в прессе сейчас пишут на 20 лет нет, тоже как бы уже подвинулось. Был парень из республиканской партии, советник Трампа по выборам, сказал, что забудьте про Крым, его сразу же поправили. И то есть даже от властной команды, ну то есть будущей команды, как мы помним, что Джозеф еще 2 месяца рулит, ну такие разноплановые сигналы идут. То есть а к чему тогда это все придет? Ну, есть 2 плана. Венс и
Помпео. Вот что-то между этими планами. Между этими планами в той формулировке, которую я вам предложил. Вы считаете план Свенсона, вы смотрите на него как несколько более мягкий вариант, чем я смотрю. Тут масса промежуточных этапов между формулировками Помпео и формулировками Венсона. Мне нравится любая размытость формулировки, она выиграет пользу Путина. Любая размытость формулировки, она оставляет на волю Путина будущей Украины. Ну, поэтому отказ от привлечения Помпео в кабинет, конечно, победа одной из сторон, но вот эта борьба формулировок будет продолжаться. И вы упомянули, кстати, действующую администрацию. О ней тоже не надо забывать. Действующая администрация у Байдена сейчас. Байден может заботиться сейчас уже только одна вещь – его место в будущих учебниках истории. Есть такой список самых удачных и самых неудачных президентов в Соединенных Штатах. Так если Байден уйдет в историю с такой картиной бегства из Афганистана и с результатом слива Украины, заморозки конфликта без каких-либо четких гарантий для безопасности Украины, ему обеспечено одно из самых последних мест среди 57 американских президентов. 47. У него есть 47, да. Байден, да, нас уже приучил Трамп, что он 45-й и 47-й одновременно. У него есть возможности тоже широкие. Он может. Вот мне кажется, что это все-таки будет сделано. Опять намеки продолжаются из Белого дома. Снятие наиболее нелепых ограничений на использование американского оружия. По северокорейцам, в конце концов, будет разрешить бить. Потом серьезно обсуждался вопрос в Будапеште. Нет, извините, почему в Будапеште? В Берлине. В Будапеште был саммит ЕС, а в Берлине была четверка большая. Байден встречался с Шольцем, Макроном и Стармером, премьер-министром Великобритании. И там, в частности, обсуждался вопрос, мы говорили об этом с вами в прошлый раз, о приглашении Украины в НАТО. Приглашение в НАТО – это такая юридический шаг промежуточный к вступлению, на который сейчас как раз все предшествующие к нему шаги там Украина уже прошла. Это не вступление, не обязывающее немедленно оказывать помощь по статье 5, но это очень важный необратимый шаг. Вот этот шаг, если бы сейчас НАТО выпустило при еще живом дедушке Байдене, по его инициативе. Ну, потому что он как раз и препятствовал. Франция и Великобритания поддерживали этот шаг, так же, как 25 из 30 членов НАТО. И среди ведущих против были Соединенные Штаты и ФРГ. Ну, если Америка изменит, то и ФРГ снимет свои возражения. Но, кроме того, там очевидная перспектива. Это займет пару месяцев, наверное, прихода к власти новой коалиции во главе с христианскими демократами, которые гораздо более решительно настроены в пользу Украины. Вот такое направленное Украине формальное приглашение вступления НАТО, оно бы повлияло очень содержательно на те дискуссии, которые, конечно, будут продолжаться в администрации Байдена, где-то до января-февраля, где-то в феврале, в начале февраля они выскажут свое мнение. Кое-какие возможности есть немножко исправить свой образ и дедушки Байдена. Это снятие ограничений и это приглашение, официальное приглашение Украины вступления.
Андрей Ильич, а вы знаете, что все генералы российских информационных войск, ну, пофамильно, наверное, можем и не вспоминать ни о ком, ну, понятно, значит, пометы его команда, назовем это так, они орут друг на друга и на Дональда Трампа, мол, мы плевать хотели на все твои планы, на первый, на второй. Мы пока не завоюем всю Украину, не успокоимся. Я, честно говоря, думаю, что Путин своим безумием он заставит и Трампа действовать решительно. Вот в этом плане, вот что вы видите, если учесть, что россияне, опять же, они же люди честные, они прямо говорят, мы хотим их там просто всех порешить, устроить геноцид и не мешайте нам. Это очень хорошо, вы правы, это очень хорошо. Но для этого идеален был бы Помпео в белом овальном кабинете. Он бы предложил, Трамп предложил свой план, Путин, безусловно, отказался бы и продолжал вот эту свою линию. Ну и тут уже Трампу нужно было бы или полностью обосраться, что ему все-таки тяжело. Как бы он ни был зависим от Путина, другая история, почему он так пропутински настроен. Но мы сейчас не будем ее касаться. Это один из тех наших активов. Я думаю, что вот ведь тогда я бы так сформулировал вашу справедливую мысль. Один из наших активов будет, вот мы пришли к выводу, что в течение 2-3 месяцев будет борьба внутри администрации там вот в каком-то диапазоне. Диапазоне между сегодняшним планом Помпео и диапазоне и сегодняшним планом Венса. Планом Венса в моей интерпретации. Моя интерпретация более жесткая, чем ваша. Так вот, задача Украины, чтобы в этом диапазоне произошло какое-то максимальное туда движение в направлении Помпеоска, которое и безопасность. Надо вызвать резкую реакцию со стороны Путина. Да, тут в чем еще плюс, что вот любой тот план Помпео поддержал бы, между прочим, глобальный юг. То есть любой такой план, есть большой разрыв между планами, есть целый набор планов вот между Помпео и Венсом в этом промежутке, который Путин безусловно отвергнет, потому что он подвержен тому же безумию, которое транслируется его генералами. Но он, тем более он сейчас в эйфорическом настроении, особенно узнав, что Помпео не будет допущен, то есть он же абсолютно спокоен был, уверен в победе 7 числа. И если план ему не понравится, он будет в таком шоке. И он как раз надежда на то, что продолжать с ним и делать ему еще дальнейшие уступки, ну, для Трампа просто политически самоубийственно. Но мы еще, давайте, сколько у нас времени осталось, мы о Европе еще должны поговорить. Да, я как раз хотел вас спросить, что у нас же есть Европа в качестве актива или нету? Есть, конечно, и более, потому что, и давайте посмотрим, что Трамп кричит в Европе. Он все время кричит, что я не буду обеспечивать вашу безопасность, занимайтесь сами Украиной и так далее. Давайте посмотрим на Европу в исторической перспективе. Ну, она всегда, как бы вся ее безопасность, она была основана на американских гарантиях. Их всегда беспокоило, а сыграют ли эти гарантии в острой ситуации. И всегда Европа, ну, сколько продолжается это НАТО, Европа последние 50-70 лет, всегда шли дискуссии о создании европейской армии. То есть давайте все-таки создадим европейскую армию, чтобы мы сами могли отвечать, гарантировать собственную безопасность. Дискуссии бесплодные были, и вот эта армия вдруг появилась неожиданно, как Венера из пены морской. Это сбройные силы Украины. Это великолепная европейская армия, которая уже 3 года выполняет функцию, для которой было создано НАТО,
защищать Западную Европу от восточных варваров, для которых хотели создать европейскую армию. И эта армия, она существует и действует худо-бедно, может быть, не так эффективно, как нам хотелось бы. Она еще не разбила. Она еще не разбила российскую армию, но уж задачу защиты Европы она блестяще решает. И, кстати, платит за это большую цену в человеческой жизни. И вот тут вдруг, давайте встанем на позицию Европы, и вдруг появился какой-то мудак, извините, в Белом доме, который требует эту армию капитулировать. И где же они останутся? Что такое? Потому что что такое вообще, по-моему, любой план, кроме заморозки, кроме плана Помпео? Это требование капитуляции украинской армии. Армия для европейцев, в европейской перспективе, это те люди, которые героически защищали. А вот этот Трамп требует, чтобы эта армия как-то распустилась, капитулировала, не знаю что. Перестала переламывать Восточную Орду, во всяком случае. А Европе и говорит, что а вы, европейцы, защищайтесь сами от этой Орды. Это вводное, которое заставляет европейцев очень серьезно задуматься. И они оказываются перед лицом экзистенциальной угрозы. Украинскую армию, защитницу, мать-защитницу, заставляет капитулировать, а они остаются беззащитными перед этой Ордой. Ну, естественно, возникает желание, я уверен, у товарища Макрона, но также и у британских руководителей, и у нового правительства ФРГ. Я назову сходу минимум десяток стран, которые готовы будут. Они сейчас задают себе какой вопрос основной? Да вот, как будет пытаться Трамп заставить Украину согласиться с неким вариантом плана Венца? Давайте сейчас так неопределенно скажем, отдав дань вашим оптимистическим правилам, неким вариантом плана Венца. Он скажет, принимайте план Венца, или я прекращаю военные поставки. В этом же его он, не стесняясь, рассказывал об этом в своем инструменте. Так у них вопрос такой, они задают себе. А сможет ли Европа обеспечить бройные силы Украины, которые нас защищают, необходимым им оружием в случае прекращения таких поставок Соединенными Штатами? И ответ на этот вопрос ответ парадоксальный. Ответ, что от него зависит от характера войны, характера российско-украинской войны. Есть сценарий дальнейший. Если будет сценарий, как он продолжается сейчас, это такого патовой войны на истощение вдоль линии соприкосновения, то ответ нет. Потому что у Европы нет таких мощностей производства артиллерийских снарядов, как у Соединенных Штатов. А если они решат наращивать производство снарядов, пока не наращивают, могут украинцы закончиться в этой войне. Об этом тоже не стоит забывать. Но, парадоксально, на такую продолжительную войну на истощение Европа не сможет обеспечить оружием. Но парадоксально, для блиц победы Украины она может обеспечить ее оружием. Ну, мы же обсуждали с вами неоднократно уже на вязшем зубах план победы. А здесь, в этой экстремальной ситуации, в экстраординарных обстоятельствах, реальной угрозы Европы, в случае поражение Украины и умывание рук Вашингтоном, нужны экстраординарные военные решения со стороны Европы. Они есть, эти решения. Мы с вами выпрашивали там 150 самолетов для
победы Украины. Так когда речь идет о спасении, об экзистенциальной угрозе Европы, о спасении европейских государств, я думаю, это десяток государств. Вместе они обладают достаточным потенциалом. Сотни самолетов, вооруженных самыми современными ракетами, с экипажами, с национальными экипажами, пилотов, добровольцев, можете их назвать волонтерами, как хотите, с расположенными на базовых аэродромах Финляндии, Польши, Румынии, может предоставить Запад не для спасения Украины, а для своего собственного спасения. Сотни самолетов, десятки систем ПВО, НЕСМ. Это практически, де-факто, это будет no-fly zone над Украиной, и украинцы смогут дистанционно уничтожать российскую авиацию в глубине российской территории. Ну и, конечно, тот элемент, естественно, плана победы, абсолютно уязвимым становится Крымский полуостров под угрозой дистанционного уничтожения. И российские войска эвакуируются оттуда. И одновременно два таких мощных психологических и политических сигнала, как украинский флаг в Севастополе и показательное демонстративное уничтожение Крымского моста, это несет смертельный удар путинскому режиму. Европа может себя спасти. Может, но, простите, теперь я буду пессимистом. У них, по-моему, нет яиц просто. Поэтому, завершая стрим, Андрей Андреевич, я вам задам вопрос так. Значит, букмекеры начали ставить за 3 месяца, ну, не за сутки уже, да, и даже не за 2-3 дня, а вот за 3 месяца боевые действия могут остановиться или нет? Вот вы на что поставили? На мир или на войну? Слово «мир», понятно, что это все очень условно, но тем не менее. На 3 месяца не останавливаются военные действия. Потому что в любом случае вот все эти сценарии, которые мы сейчас проворачивали в голове, они будут проворачиваться в головах лиц, принимающих решения и в Вашингтоне, и в Москве, и в Киеве. И так как удовлетворяющих всех решений еще нет, я могу твердо сказать, что военные заморозки в ближайшие 3 месяца нам не грозит. Да. Я с вами солидарен, если честно, и вообще все заявления на тему, что вот эти предложения простых решений, нужно просто прекратить стрелять, ведут к еще сильнейшей эскалации, сколько, несмотря на то, что это слово всем набило оскомину. Да, это президент Зеленский потерял целый год на этой формуле. Он, по существу, стал президентом в декабре, когда он вживую увидел этого негодяя на встрече с Путиным в Париже, да. После этого уже ни разу не произносил слова «надо просто перестать стрелять». Да. Ну, Андрей Андреевич, может быть, потому что я в Украине, и тут без оптимизма вообще будет тоскливо. Поэтому делаем, что должны, и Украина была, есть и будет. Мой подход такой. Друзья, подписывайтесь на наши YouTube-каналы. Мне кажется, сегодня был прекрасный, очень интересный стрим. Андрей Андреевич, хотел вам похвастаться. Не будет такой уже опции. Вот у меня был... Вот такой значок мне подарили перед выбором. Ой, где-то вот он. Ну, соответственно, там девушка, которую вы забыли фамилию, Камала Харрис. Ну, вот оставлю в этом, в музее политических, хотел сказать, лузеров, но политических баталий. Давайте назовем его так. Андрей Андреевич, спасибо вам. Хорошо. До следующего понедельника. До свидания. До свидания.